Что делать, если в полете самолета заглох двигатель? Можно, конечно, не обращать на него внимания, но не думаю, что это поможет вам долететь. Первое, что вы должны сделать, убедиться, что все системы функционируют нормально, а двигатель еще висит под крылом. Затем, доложив диспетчера, выполнить процедуру выключения. Рут малый газ, старт левер скотов, паков, дженерейторов, транспондер в режим трафик адвайзеры. Если требуется, можно начать снижение для поддержания скорости. Индикация двигателя присутствует, а вибрация отсутствует. Можем перезапустить его. Мы летим выше эшелона 240, а скорость больше 281 узла. Значит, будем запускать от набегающего потока. Engine start switch flight. Когда N2 наберет 11%, открываем подачу топлива и следим за температурой выхлопных газов. Двигатель запустился и работает нормально. Подключаем генератор и отбор воздуха. Затем выключаем стартер и медленно ускоряем двигатель до нужных оборотов. Включаем автомат тяги и просыпаемся на работу.